Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать пирокинесиса. Трек называется «Брошен». Напоминаю вам о том, что мы есть в телеграм-канале. Я есть на Литре со своими книжками. А у Максим на игровом канале тоже есть. Ну и также мы собираем донаты для новой своей видеокамеры. Поэтому, друзья мои, давайте делайте так, ходите по ссылкам, везде подписывайтесь, читайте, участвуйте и будьте активны. Но перед тем, как мы будем слушать пирокинесиса, прочитаю про него. «Брошен» – трек, который не вошел в готовящийся альбом Андрея из-за несоответствия настроению релиза. Пирокинезис рассуждает на тему разрыва человеческих связей по воле самого человека. Вот так, друзья мои, вот так в жизни бывает. Вот живешь, потом раз и разорвал свои человеческие связи. А почему? Потому что разочаровался. Ну, опять, что хочу сказать. Мне кажется, любой человек, который самодостаточный, даже если у него разорваны все человеческие связи, он не будет брошен, потому что ему самому не будет скучно с самим собой. Погнали! Направление на юг, ориентация на север. Жизнь проста, как дважды два, и тысяча минус семь. Где любовь, там и вражда, я внутреннего зверя. На чеку почки всегда держу, встречая на заре. Свет издалека времен, это Проксима Центавра. Я брошен из себя, брок, всецело карма. Не роляет все, мы попадем потом в тартар. Жизнь стреляет наугад, я поперек прицела встал там. Позабудь про мою речь. Илюха Муромец пропечь. Пускай атланты ломят плечи. Так задумал Бог, так что жалеть их нечего. Больше никакого страха. Если к Магомеду не идет гора, тогда горе придется пойти нахуй. Да я виноват, сам и молчу. Я брошен. Брошен, потому что в глубине так и хочу. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не. Я брошен. Судьбы 7 бед, его мотай на цепь, круги велосипед. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не. Я брошен, гонит колесо судьбы 7 бед, его мотай на цепь, круги велосипед. Судите просто, все это трансгрессивно-переходный возраст. Мы беспризорники, нас бросят небожители. На каждой веточке ризома мутятся бомжи теперь. А за милой пустотой кузнечик-человечек. Бежит он без нее, как небелунги без колечек. Аргонский лес и небо лунные, как свечи. В могиле светлячки горя мне предлагают лечь. 5 минуток отдохнуть, хотя б чуть и снова в путь. Обещаю тебе то, что обязательно проснешься. Но был когда-то тоже. Каждый кем-то брошен огонек. В этой могиле светлячков упокой Бог. Эту суспензию из души. Созвездие веснушек светит в поле тем, кто брошен против своей воли. Всем, кроме меня, я молчу. Ведь я знал, на что иду. А потому я брошен, ибо так хочу. Так хочу. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не. Я брошен, гонит колесо судьбы 7 лет. Его мотай на цепь, крути велосипед. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не. Я брошен, гонит колесо судьбы 7 лет. Его мотай на цепь, крути велосипед. Ну, друзья мои, вот что хочу сказать. Вот чем хорош пирокинесис? Тем, что даже если ты не понимаешь, о чем, а ты всегда понимаешь, о чем. У него очень много вот таких вот ассоциативных, красивых фраз, которые там что-то подтекстов, как-то красиво все построено. Помимо этого, у него обычно еще и, кроме текста, еще и есть какая-то, ну, вот эта вот какая-то нотка тоски, которая заставляет там даже иногда не вникать в текст, а просто медитировать. Вот. Но в этот раз, кстати, ничего этого не было. Такая песенка средняя получилась. То есть не было вот этой вот тоски в его голосе.
не было ничего такого. То есть, если нет тоски, то раз нет медитации, то значит надо послушать, да? А слушать, ну вот не знаю, как-то мне вообще не зашло. А что по тексту? Ну, текста у него всегда хорошие, поэтому 8 баллов за текст. Вот. А что по музыке? Это, знаете, вот когда отличника оцениваешь и ставишь ему ниже, чем вроде песенка хорошая, или там сделал хорошо, но все равно 4, так и тут. То есть, ну как музыка, вот мне не хватило вообще в этот раз ни по музыке, ни почему. Поэтому 7 баллов за музыку. И, ну и как бы меня вообще, вот атмосфера, меня тоже не взяла атмосфера. Ну вроде все хорошо, а вроде нет. Ну дайте 8 баллов за атмосферу. 23 балла делим на 3, 7,7 баллов. Вот такая печалька у нас сегодня. Всем ставлю такие оценки, вот уже которую песенку. Вот такая у нас печалька. А почему? Потому что Пелькинесси сбросил сам себя. А надо что сделать? Подняться. Вставай с травы тряпкой и иди вперед. Всем пока.